Большинство жителей областной столицы вышли на работу и учебу. С каким настроением они приступили к своим делам? Какие знают способы планового перехода от отдыха к трудовым будням? Об этом в вопросе. Всегда выходили с ленью, и потом уже в процессе учебы как-то пытались настроить себя на учебную деятельность. Берешь, начинаешь учиться и потихоньку втягиваешься в процесс. А дальше уже и снова каникулы. Потихоньку. Да. И до них доживаешь, а потом снова. А дальше уже и лето. Ужасно холодно. Вот этот вот мороз, он просто вот сковывает все. Ну а так, хотелось уже на работу, если честно. Почему? Устали отдыхать. А потому что за все новогодние праздники никуда не выйти. Ни на каток, ни на лыжи, ни погулять. Вот сидели дома и, ну, смотрели фильмы. Все-таки для начала создать вокруг себя обстановку хорошую, удачную, эмоциональную и физическую в каком-то виде, да. То есть это новогоднее настроение, оно все равно должно, я думаю, оставаться еще после вот новогодних праздников. И настрой на работу, на учебу, он сам по себе будет обязательно в такой хорошей обстановке. Ну, мы еще в отпуске, поэтому у нас еще рабочая неделя не началась. Мы еще отдыхаем, приехали вот посмотреть город. Мы в нем летом были, вот теперь решили зимой приехать. Посмотрим. Зимой совершенно другая красота. Все белое, снежок обновляется каждый день, приятно, и морозы все-таки исчезли. Да. Ну, мы работали, поэтому мы не первый день работаем, поэтому сегодня, слава богу, теплый день, и можно идти пешком на работу и с работы. У вас нос замерз. Учитывая предыдущие года, не знаю, лично для меня кажется, что Новый год будет более интересным, скажем так. Ну, не знаю, некое такое вдохновение есть. Учитывая, вот в прошлом году вообще не было новогоднего настроения. Вот нет, а вот сейчас и елки красивые стоят, и погода вроде бы 1 числа была хорошего. Наверное, самое лучшее – это проанализировать, что ты хочешь. Ведь действительно нужно стараться делать то, что тебя заряжает. И как раз-таки Новый год – это отличная возможность попробовать что-то такое, чтобы все-таки я это хочу, я буду это делать. Поэтому проанализируйте. Если вам так тяжело, например, выходить на работу, то задумайтесь. Может, у вас есть возможность сейчас попробовать что-то другое, поменять в своей жизни. Это как вот начать новую жизнь с понедельника. Вот. Я думаю, что если работа любимая твоя, то ты на нее будешь выходить всегда, как у меня, потому что у меня без выходных работа была. И мне было в кайф просто. Вывод напрашивается сам собой. Заниматься нужно тем, что больше всего любишь. Тогда и выходить из затяжных каникул будет легче. Жители Твери уверены в том, что хорошо отдохнули и готовы к новым свершениям и на работе, и в учебе. Впереди старый Новый год, который поможет снизить напряжение и продлит новогоднее настроение, считают наши респонденты.